Автомобильный зимний период наступает не с прилетом белых мух, а существенно раньше. Опытные водители с уверенностью могут сказать, что автомобиль к зиме должен быть готов уже к началу октября. В основном с наступлением холодов ограничиваются замены резины, заливка незамерзающей жидкости и обработка замков, уплотнителей силиконовой смазкой. А на что еще стоит обратить внимание? Нагрузка на аккумулятор автомобиля зимой значительно возрастает. На морозе емкость батареи падает, а масло в двигателе густеет. Кроме того, дополнительная энергия расходуется на обогрев стекол, салона, сидений и руля. А если поездки короткие, то аккумулятор просто не успевает заряжаться. Часто за первую морозную ночь аккумуляторная батарея разряжается, и запустить автомобиль без профессиональной помощи невозможно. Чтобы избежать такой ситуации, аккумулятор следует подготовить к работе при низких температурах. Об этом и поговорим с нашим гостем в студии, Александр Рязанов, исполнительный директор ACG Supermarket. Доброе утро. Александр, ну, на улице у нас уже как бы такая зима, и вот вопрос такой. Минусовые температуры уже точно есть. Вопрос насущный. Да, как подготовить машину к зиме и следует ли аккумулятор проверить? Да, все верно. Аккумулятор всегда стоит проверять. И желательно это делать, как вы сказали, еще в начале октября, пока не ударили морозы и аккумулятор не замерз, если есть какая-то проблема. Вообще всегда советуем проверять две вещи у машины. Это сам аккумулятор, его состояние и ток утечки в автомобиле. Очень многие автолюбители не знают того, что есть какой-то небольшой ток утечки, который в конечном итоге абсолютно незаметен как нам, как обычным водителям, но со временем он постепенно высаживает аккумулятор и как раз к зиме приводит его в негодность. Окей, хорошо. А как проверить аккумулятор и как утечку посмотреть? По-простому, приезжайте к нам, это делается все с помощью тестеров и приборов, делается эта услуга абсолютно бесплатно. Мы заранее вам проверим и скажем, все ли у вас в порядке или нет. Если у вас есть какая-то утечка тока и так далее, мы отправим вас в хороший сервис, который к нам никак не относится. Вы там можете сделать также диагностику и уже дополнительный ремонт. А после этого уже проверять, если нужно покупать новый аккумулятор или же проблемы нет, и она устранена, и вы можете ездить на старом. Вот я отношусь к категории тех людей, которые ждали-ждали, а потом вот тебе здрасте, пришлось менять аккумулятор, и он, ну, я поменял его той зимой. То есть я сижу и думаю, ну, всего-то год, вроде бы он должен быть еще ого-го. Это заблуждение или нет? Сколько, да, срок годности? Нет, смотрите, средний срок годности аккумулятора 3-4 года. Это стандарт. Если у него обычный стандартный режим работы, то есть вы не используете его в режиме такси или там, коммерческого транспорта. Если, как я сказал, нет каких-то проблем с электрикой, с генератором, с утечкой тока, то в среднем аккумуляторы спокойно работают по 3-4 года, причем даже порой без обслуживания. Плюс сейчас практически все магазины стараются ввести такую функцию, то есть, например, у вас гарантия на аккумулятор 3 года, у вас обязательно ежегодное техобслуживание аккумулятора. Вы приезжаете, вам также делают диагностику и проверяют. Если необходимо, аккумулятор обслуживают, и вы дальше спокойно ездите еще год. По прошествии года еще раз приезжаете и так. Но если, например, аккумулятор новый или, например, ему всего лишь там год-полтора, то это не значит, что он терминатор и способен выносить 40-градусные морозы, не заводясь там долгое время. Есть же вероятность и даже новый аккумулятор выморозить, насколько я понимаю. Нет, здесь немножко не так. Надо понимать, что аккумулятор может замерзнуть только в том случае, если он разряжен. И неважно, сколько он полтора года работал или он только с завода приехал. А как продлить тогда срок годности? Продлевают срок годности таким образом. Если у вас, как я сказал, никаких проблем в автомобиле нет, аккумулятор в принципе всегда получает то, что ему нужно от генератора, он заряжается и спокойно ездит. Ничего продлевать не надо. Если есть какие-то проблемы, то, как правило, когда приезжают к нам клиенты, у них аккумуляторы немного севшие, у них там уже меньше емкость аккумулятора и так далее. Наш сервисный центр с помощью циклов заряда-разряда восстанавливает аккумулятор. Плюс вы устраняете в этот момент причину, почему идет там утечка тока или недозаряд. И таким образом мы продлеваем жизнь. А вот выбрать новый аккумулятор, и правильно ли делают те автомобилисты, которые берут аккумулятор чуть мощнее, чем, допустим, рекомендовано? Поможет ли это как-то? Да, хороший вопрос. Нет, всем автолюбителям, автомобилистам могу сказать, это никак не поможет. То есть, если у вас по штату идет, например, 60 ампер часов, и вы возьмете 70, вы ничего не выиграете, вы только потратите деньги, и у вас аккумулятор будет все время в недозаряженном состоянии. Это не спасает и не помогает.
То есть лучше всего всегда выбирать тот аккумулятор, который вам идет, ну, грубо говоря, как от завода-производителя автомобиля, всегда идет специальная инструкция, что вот выбирайте вот этот аккумулятор, я имею в виду его емкость. Если мы говорим про бренды и марки, здесь нет какой-то конкретной рекомендации, как говорится, на вкус и цвет. То, что обращайтесь к специалистам. Да, я бы всегда советовал обратиться к специалистам, вам подберут самый оптимальный вариант. Но далеко не все наши автолюбители и даже автопрофессионалы едут и делают какие-то в специализированных местах специальные тесты. Ну хорошо, бог с ними, они считают себя профессионалами. Вот как тогда на слух, на глазок, ну и по каким признакам понять, что в принципе пора бы уже подумать о новом аккумуляторе? Всегда это проверяется с помощью напряжения. То есть у аккумулятора достаточно с помощью нагрузочной вилки посмотреть, сколько он дает без нагрузки напряжения и под нагрузкой. Если это ниже стандартных показателей, все, то есть это прямой сигнал. Если мы говорим про автомобиль, там абсолютно то же самое. Есть так же, как и тест-тестер, проверяется, если напряжение не выдается или дается больше, все, это тоже опять-таки прямой сигнал. Поэтому здесь сказать то, что как-то на глазок или на слух, нет, к сожалению, никак. То есть здесь нужно все-таки использовать приборы. Потому что в конечном итоге вы почувствуете это, когда утром встанете, и у вас машина не заведется. Ну, знаете, вот советские водители, те еще, кто при Советском Союзе получал права, все привыкли к тому, что вот сами, все своими руками, аккумулятор на самочках, но мы, слава богу, живем в 21 веке, и есть уже профессионалы и специалисты. Если мне за новым аккумулятором или за обслуживанием, за тестами, куда обращаться? Ну, конечно, обращайтесь к нам. У нас сеть магазинов, 3 магазина в Хабаровске, 2 в Владивостоке. Вы можете как лично приехать, также заказать доставку. Она у нас, в принципе, от 3000 идет абсолютно бесплатно. Почему я говорю, обращайтесь к нам? Вы правильно сказали, 21 век, многие используют, но далеко не во всех магазинах есть такой комплекс услуг, например, как у нас. Я еще раз повторюсь, у нас они идут бесплатные, у нас идет полная диагностика. Вы, если у вас все хорошо с аккумулятором, а, допустим, проблемы с машиной, мы никогда не будем вам навязывать и продавать новый аккумулятор. Ну, потому что мы знаем, что как только проблему вы исправите, новый аккумулятор окажется не нужен. Вы спокойно сможете ездить на старый. А какие-то акции сейчас есть? Акции в компании всегда есть, их много. На данный момент это есть и скидки, и кэшбэки, и розыгрыши подарков. То есть, пожалуйста, заходите к нам на страницу, так будет лучше всего, и посмотрите, сколько сейчас идет акций, какие идут условия и какие идут призы. А вот у вас на ваших экранах как раз-таки QR-коды, на которые вы можете навести телефон и узнать все подробности. И машину подготовить. Да, позаботьтесь о своей машине и о своем собственном спокойствии, потому что вот личным опытом делясь, я вспоминаю, что в прошлом году, к сожалению, мне пришлось отмораживать автомобиль, а это было целое приключение в 35-градусный мороз. У нас был в гостях Александр Рязанов, исполнительный директор ACG Supermarket.